Сотрудник управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из Одинцовского городского округа при участии Росгвардии задержали 4 мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на склад в Одинцове. Связав охранников и угрожая работникам предприятия предметами, похожими на пистолеты, они похитили около 2 миллионов медицинских масок и 600 электронных термометров, а также телефоны и личные вещи потерпевших. Общая сумма материального ущерба превысила 64 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.